Всем привет, друзья, канал Масолимп. В работе у нас Шкода Октавия. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию дверей. Двери мы разобрали, краткий обзор. У нас передняя дверь. Такой вот кусок вибры присутствует. Задняя дверь мы уже проклеили, первый слой. Сначала мы подготовили поверхность, то есть все обезжирили, убрали всю пыль, грязь, проклеили вибропласт и тщательно прокатали валиком. Смотрим дальше. Итак, друзья, заканчиваем клеить второй слой шумоизоляции на автомобиле под Октавия. Это у нас клеится шумопоглотитель. Задняя дверь у нас уже готова, обшивка собрана, никаких повреждений мы после разборки сборки не оставляем, все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!